Всем привет! Продолжаем все в той же рубрике сделать из какой-нибудь какашки что-нибудь интересное. Нашел я вот такую вот лампу. Она, правда, здесь отгнившая чуток. Ну, попробуем ее восстановить, возобновить и сделать что-нибудь прикольное в таком ретро-стиле. Вот такой вот светильничек. Вот такая вот лампочка. Сунем ее вот сюда, ну и посмотрим, что из этого выйдет. Так, будем разбирать. Thank you.
Thank you.